Моторист. Ассаламу алейкум, достар! Бул Номад Файтинг Чемпионшип Лигасы. Каждый, кто сегодня выйдет на этот ринг, будет драться до конца. На встречных курсах, кость в кость, интригующие, зубодробительные поединки. И все это ради наших болельщиков в сети. Поэтому с вас лайк, комментарии, смотрите сами и делитесь со своими друзьями. Но прежде всего я познакомлю вас с судьями сегодняшнего турнира. Главный судья Нурбек Мунлейк, рефери и боковые судьи турнира Халил Мамиев, Толеген Адакенов, Абыл Хаир Абылакын и Ернат Шагибаев, таймкипер Айдар Тольтаев и наши комментаторы Нурдавлат Нишанкулов и топовый боец Лиги Номад, казахский хан Максат Базарбаев. Без лишних слов, поспастаймас! Генеральный партнер нашей лиги – букмекерская компания Alimbet. Лучшие коэффициенты, широкие линии. Регистрируйся и сделай просмотр своих любимых спортивных событий еще интереснее. И откроет наш сегодняшний турнир поединок в категории 77 килограмм. Я приглашаю первым бойца в синий угол ринга, который представляет город Алматы, Самат Азбулат. Его база – тайский бокс. Рост его 180 сантиметров, вес 77 килограмм ровно. Сегодня у него дебют в Лиге Номад. И он представляет команду Асад. Планирует нокаутировать сегодня своего соперника в этой схватке. Встречайте, Самат, по прозвищу Абдусамат Азбулат! Его соперник – красный угол ринга. Он из города Алматы. Приветствуйте, Рустам Арипаев! Он кандидат мастера спорта по кикбоксингу, мастер спорта по универсальному бою. Его рост 183 сантиметра, вес 77 килограмм ровно, размах рук 185 сантиметров. У него сегодня дебют в Лиге Номад. Девиз по жизни – брать от жизни все. И он готов к сегодняшнему поединку безупречно. Поприветствуйте, Рустам Арипаев! Формула этого боя – три раунда по две минуты. Спортшларга Сеттеликтлеймас, рефери в ринге Халил Мамиев. Бойцы на середину. Всем ассаламу алейкум, уважаемые зрители канала Номад Файтинг Чемпионшип. С вами вновь я, Нурдавлат Шакулов, и сегодня со мной один из топовых бойцов Лиги Номад, Максат казахский хан Базарбаев. Максат, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассаламу, Нурдавлат. Очень жаркие бои нас сегодня ожидают, и первая пара, которая нас порадует своим выступлением, это Самат Азбулат против Арибаева Рустама. Ну, как мы помним, по конференции эти парни не особо хотели проверять свои навыки на минутке, как бы мы их не просили. Особо были не разговорчивые, ну, не учитывая Рустема.
Сюрприз подготовили, наверное. Обещали нам, что все продемонстрируют в ринге. И вот этот момент настал. Сразу видим активный размен. Бойцы не проверяют друг друга, сразу идут вперед. Никакой разведки, да. И достаточно интересная пара. Знаю, что они ранее... Ой-ой-ой, отлично попадает Самат, но подсказывается в моменте. Да, Рустему стоит быть поаккуратнее, держать руки повыше. Кажется, этот бой без нокдаунов не обойдется. Чувствую. Да, уверен, что ребята не постесняются друг друга и будут зарубаться в центре. Ребята такие достаточно нескромные на размен. Да, что один, что второй. Видим мы спокойствие и уверенность в глазах Рустема, но при этом пока что Самат отрабатывает лучше. И тут сразу навстречу правый прямой. Чувствует его Самат. Ой-ой-ой, хорошо работает Рустем, и первый нокдаун. Первый нокдаун. Это было очень неожиданно, очень спокойно, у него выражение лица вообще не меняется. Да, Самат здесь не увидел, пропустил. Бой продолжается. Да, Рустем, не торопясь, идет дорабатывать. Клинч. Видно, чуть Самат коряво работает. Согласен, но при этом физика, да? Да. Чуть более... Но Рустем пользуется своими навыками в технике, чуть повыше. Знаешь, почему-то мне такое чувство, что это какое-то не то, что принципиальное противостояние, но ребята вообще не хотят уступать друг другу. Самат сколько бы не пропускал, опять идет вперед, но... Обоим нужна победа, я думаю. Согласен. И хотят как яркое. Минимум яркая, да. А мы знаем, кому обращаться по ярким дебютам, да, в Лигу Номад Файтинг. Напомним про первый нокаут в истории нашей лиги. Это было за Махсатом. На первом турнире. Поэтому мы знаем, что такое яркий дебют. Но Рустем пытается повторить триумф. Активно идет вперед, попадает по Самату. У меня есть небольшое предположение, что Самат сейчас уже выдохся, к сожалению. Первый раунд еще не закончился, но... Ну, здесь не знаю. После команды стоп, но он и до этого, да, попал по нему шатно? Да, мне кажется, не стоит продолжать бой. Секунданты в этот момент должны очень внимательно посмотреть. И мне кажется, не стоит продолжать. Согласен. Слишком много лишних ударов. Согласен. Наверное, дадут еще одну попыточку, дадут, наверное. Но видим, как он уже дышит. Не готов сама, к сожалению, к этому противостоянию. 10 секунд, да, был отчет? Если не ошибаюсь, то да. Сразу вяжет. Ой-ой-ой, попадает Рустем в клинче. Мне очень нравится. Заметил, когда он вяжет в клинче, потом сразу засовывает двоечку. Да? Да, этого да. Мало кто ожидает, и это работает на кулаках. И опять он цепляет Самата. Но, да, тяжелый раунд для Самата. Очень-очень много сильных бойцов. 77 килограмм сегодня наблюдаем, да? Согласен. Нельзя выходить. Давай. Дай кап. Капа где кап? Капа где? Промочи. Ну, вешайся. Чаще. Дыши. Нормально, нормально. Да, пей, пей, пей. Давай, все, пей. Все четко. Сейчас уже правую надо больше добавлять. Ты и так уже убил. Он твой сейчас. Ты его удосрочишь. Но не гонись. Не гонись, он придет само собой. Что ты думаешь, второй раунд? Если Самат чем-то не удивит, я думаю, стоит кидать полотенце. Ты прав, очень много лишних, ненужных ударов. Самат, смотри, не надо, дыши спокойно, Саша. Смотри, все, расслабься. Все, за этим, за нокаутом не гонись, все нормально будет. Все нормально. Не надо рубиться, рубиться не надо. Ты его досрочишь. Я тебе говорю, просто он придет сам по себе. Так же работай. Правую руку... Рустам, правую руку не забывай. Вот это у него сейчас из-под жопы пойдет. Вот просто это и будет. Больше ничего не сделает. Рустам почувствовал кураж, играет на камеру и...
Возможно, даже сейчас он будет прибавлять темп. Я уверен, что он будет прибавлять. Его угол зарядил. Он сам это прочувствовал. Что, можно форсировать? Все хорошо, все хорошо. Понял? Ручки заходят. Не торопись. Не торопись. Дыши, дыши. А тем временем угол Самата, надеюсь, дал ему хорошие подсказки, так как надо определенно что-то менять в геймплане. Не работает их тактика на бой. Ну, чуть сыроват такое ощущение, как будто Самат чуть-чуть сыроват еще. Но кто знает, опять же, вернемся к теме, что это кулаки. Готов? Чуть-чуть Рустем устроил. Друзья, поддержите дух наших бойцов! Стоп! Стоп! Не опускаем голову. Бой! Оба уроженца Алматы. Да, Рустем начал подавливать, работает первым номером. Уже более уверенно стоит в центре. Самат пробивает джеб в корпус. Но нет, уже нету, да, того тоннажа ударов, который был в самом начале у Самата. Рустам как шел вперед, так и идет, в принципе. И максимально спокойно, он расслаблен, не теряется, не бежит вперед. Уф. Хорошо работает на оттяжках, и сразу же контратакует, да. Расслабон тоже слишком ловить нельзя, потому что 77 килограмм, я опять же, да, это кулачка. Это уже тяжелые парни, начнем так. Это начало тяжелых парней. Ой-ой-ой, отлично отрабатывает Рустем в клинче, и попадает сама. Я не понимаю, что с капой у Самата. В идеале капа не должна выпадать. С верхних зубов. Она у него во рту, она практически чуть не падает. А у него... Ой, ну все. По-моему, надо бросать полотенце его в углу. Просто функционально не был готов. Да, я думаю, это уже просто в одну сторону бой идет просто. Шесть. О, ну... Семь. Восемь. Борис, готов? Как поднимать? Десять. Нет, готов. Абсолютно правильное решение. Согласен с тобой полностью. Поздравляем Рустема Арибаева с шикарным дебютом. Рефери в ринге Халил Мамиев остановил этот бой во втором раунде на 59-й секунде. Техническим нокаутом победу одержал боец из красного угла Рустам Арибаев! Приветствую тебя, боец нашей лиги. У тебя дебют, если не ошибаюсь. Валейкум ассалам. Рус, могу я к тебе так обращаться? Да, без проблем. Самый первый вопрос, твое прозвище. Ты такой вот жесткий панчер, и прозвище у тебя? У меня, по идее, нет прозвища. По имени можно называть. Можно Рус, можно Рустам. Вообще, мое имя с персидского означает богатырь. На казахской версии можно батыр, не знаю. О прозвище не думал на самом деле. Думал о том, как показать всем вам здесь присутствующим красивый бой. Хотел бы также в целом выразить слова благодарности. Я дико извиняюсь, отдышка немного. Ничего страшного. Могу, да? Можно микрофон? На пару секунд. Вообще хотел бы поблагодарить всех здесь собравшихся, то, что пришли посмотреть на такие красочные бои. Хотел бы поблагодарить Лигу Амат. Очень красиво. Мотивирующая вообще в целом музыка, организация на уровне. Хотел бы также поблагодарить своих близких, в первую очередь маму, папу, за свою поддержку. Мам, пап, привет.
хотел бы поблагодарить свою команду, своих секундантов, моего брата родного, с которого мы с самого начала вместе с кикбоксингом мы начинали, очень долгое время тренируемся. Хотел бы поблагодарить своего названного брата Александра Шиянова. Хотел бы сказать, что очень достойный человек. И все те, кто знает, кто дружит с ним, будьте горды, что у вас такой друг есть. Свою команду Golden Team, тренера Куаныша, команду Lucky Cent. Также отдельный рахмет Ибраеву Даньяру за подготовку на руках. Он мне бокс-стайл. Вообще я базовый ММАшник. В целом хотел, вот, как я говорил на пресс-конференции ранее, попробовал себя кулачку. Ну, дальше, я думаю, вопросы возьми, поотвечаю. Рустам, еще раз поздравляю тебя с победой. И я хотел бы задать тебе такой вопрос. 77 килограмм. На самом деле у нас эта весовая категория просто наполнена, просто кишит всякими хищниками, аллигаторами, тиграми и так далее. Скажи, может быть, ты кого-то приглядел и как чисто спортивный интерес хотел кому-нибудь вызов кинуть? Ну, мы, да, мы тоже не из библиотеки вышли, на самом деле, как говорится. В целом, я думаю, бой показал, кто я есть. Я говорю не словами, как я говорил ранее на конференции, меня просили там хайпа навести, но я когда захожу и появляюсь перед камерами, я не надеваю маски. Я тот, кто я есть перед камерами, здесь в ринге. Скромный, простой пацан, 25 лет, спортсмен, ничего лишнего. Здесь, чтобы показывать красочные бои, потому что здесь очень большие возможности, и я пришел за ними, а не говорить здесь. Рустам Арибаев, похлопаем. А, да, кстати, отдельный рахмет хотел передать спонсорам. Так, у меня где-то в другом пакете, да? Так, как-то так. Казахстан номер один. Биг драма шоу. И вот этот бомбовый напиток. Отдельный рахмет спонсора Лавина. Сейчас. Чтобы пили Лавину и сокрушали, как Лавина, да? Да, всех, за всех вас. Рахмет, что пришли. Красавчик, мои поздравления. Удачи. Абдусамат, к сожалению, сегодняшнее твое выступление не совсем было удачным. Скажи мне, что пошло не так по бою, может быть, подготовке? Лично мое субъективное мнение со стороны, чуть-чуть не хватило немножко тебе опыта, возможно, в этой сфере. Немножко подготовки, немножко спаррингов и так далее. А так, в целом, ты очень даже хорошо шел вперед, несмотря на нокдауны, ты вставал и шел дальше. Поэтому расскажи, пожалуйста, про свои чувства и эмоции. Всем ассаламу алейкум, всех приветствую. Что сказать? Дерьмо случается, брат. Я недостаточно, может, подготовился к этому бою. Но это не последний. Я вас уверяю, я в самом худшем форме я сейчас. Это я самый слабый. В дальнейшем будем работать над собой, над техникой. Если дадите возможность, будем делать красочные бои. И, может, с Рустамом мы еще встретимся. Иншаллах, мы с тобой встретимся, брат, это не конец. Что сказать? Слова благодарности, может, какие-то есть? Отдельная благодарность своим команде Асад, своим братьям, ағаларыма. Көп-көп рахмет келіп қолдап отқандарыңызға. Және де Phoenix Pro фитнес-клубына рахмет айтқым келеді. Бізді қолдап дайындауымызға мүмкіндік беріп атқанда, және BLS деген спорт киімдер сататын дүкен бар. Бізді спорт киімдермен қамтамасыз еткен үшін үлкен рахметімізді айтамыз. Басқа не деймін? Бәрі ағалықты қалауымен, бүгін мен күнім емес, бүгін Рустамның күні. Брат, я тебя уверяю, мы встретимся еще. А так, тебе большое спасибо за бой. Если дадите возможность, будем наводить шуму здесь. Сегодня просто не мой день, дерьмо случается. Все по воле Всевышнего, альхамдулилля. В любом случае, поздравляю тебя с дебютом в нашей лиге. Надеюсь, мы еще увидим от тебя бои красочные и зрелищные. Похлопаем еще раз. Абдусамат. На секунду.
Да, в целом, Самат, ты красавчик, Лев, крепкий парень. На твой вызов мне есть что ответить. Я слышал, что ты, боец ММА, в октагоне дрался, я тоже в октагоне дрался. Мы можем там шуму навести. Кстати, отдельный салам Павлу Берсеневу, салам алейкум. Можно, в принципе, бой по ММА устроить на номерном турнире, если Павел решит этот вопрос. Можно, в принципе, ММА. Мы тоже ММА-бойцы, тренируемся, Golden Team сила. Приходите к нам тренироваться. Всем ассаламу алейкум, всем рахмет. По ММА говоришь, брат, у меня после той боя у меня нога сломалась. Из-за этого я сейчас более-менее восстанавливаюсь. Я сюда по кулачке выйду. Я тебе по кулачке проиграл, по кулачке я тебе... Ассаламу алейкум. Похлопаем бойцам еще раз. Спонсор турнира – новый энергетический напиток «Лавина». «Лавина» сносит преграды. Пейте и заряжайтесь. Второй поединок сегодняшнего турнира – весовая категория 77 килограмм. И первым в синий угол ринга приглашается боец из города Шымкент. Встречайте, Аблайхан Шолпарысов! Он кандидат мастера спорта по боксу. Его рост 191 сантиметр, вес 77 килограмм ровно. Размах рук 192 сантиметра. Дебютант Лиги Номад хочет сегодня спокойно отработать все три раунда. Встречайте, Аблайхан по прозвищу Людоед Шолпарысов! Встречайте красный угол, его соперник, боец из города Алматы, Дарын Имаханов. Он мастер спорта по боксу, чемпион Кубка Жетсу, чемпион турнира имени Тышанова по боксу. Его рост 178, вес 70, размах рук 180 сантиметров. У него сегодня также дебют в Лиге Номад. Планирует отправить соперника в нокаут. Встречайте! Дарын, черная пантера и Макана! Формула боя. Три раунда по две минуты. Спор Шларгас, Телек Тлеймус. Рефери в ринге. Халил Мамиев. Итак, дамы и господа, мы начинаем второй поединок нашего карда. И это противостояние между Аблайханом Шолпарысовым из города Шымкент и Дарыном Имахановым из города Алматы. Легкая весовая категория. А нет, извиняюсь, полусредняя весовая категория до 77 килограмм. Оба дебютанты. И давайте же взглянем. Интересный факт про Дарына, как он ранее сам сказал, что он имел опыт хороший в профбоксе. Ага. Дарын это красный. В красном углу, да, все верно. Но в то же время Аблайхана это никак не пугает. Видимо, уверенность его, уверенный настрой. Кубок ЖТСУ, кстати, это турнир, он проводится у нас в Талдыкургане, я был его чемпионом. И после этого турнира мне присвоили мастера. Это вот как раз ты про Дарына, да, говоришь? Да, про красного. Когда объявляли, я услышал чемпион. Услышал, но это не бокс. Не в боксе. Добро пожаловать на кулачные бои, дамы и господа. И сразу Дарын без разведки идет вперед. Чувствует профессиональное преимущество над своим оппонентом. Но, опять же, Аблайхан Шолпарысов ни капли не сомневается в своей победе. Отрабатывает на дистанции, очень широкая стойка. И Дарын сразу бьет в печень и переводит в голову. Очень ой-ой-ой! То есть сразу столкновение, ребята друг друга не проверяют. Что произошло? А, Дарын, потому что левша. Левша же, который не бьет по печени, это же левша. Очень хорошо начинают парни.
Крет, жди, жди, жди. Расслабься, расслабься, расслабься. Джебом, вокни же. Джеб, джеб, джеб. Да, очень ой-ой-ой, такое попадание в корпус. Пару таких, и может быть уже неприятно. Да, и третий раунд уже. Ой-ой-ой, переводит сразу в голову, но крепко встречает Аблайхан. Мне кажется, первый раунд в любом случае. После команды стоп работают парни. Мне кажется, накаляется остановка, но мне кажется, что что-то удары нас рукой. Я думаю, что каким бы титулованным боксером он ни был, первый раунд в ринге кулачных боев – это по-любому не твоя стихия, и это по-любому будет пока что штрихтирка. Что-то новое. Да. Однозначно. Начинает кружить Аблайхан. Тут же выцеливает вновь в печень. Опять будет переводить в голову Даррен. Вот да, опять это... же печень достает, голову не может он попасть. Да. Не нащупал еще свою дистанцию. Не хватает длины перчаток, мне кажется. А, да. Даррену. Да, да, как раз это. По привычке. Но Аблайхан очень четко бьет прямой, по блоку, конечно. Но в любом случае выцеливает он его. Может быть опасно при попадании. Прицелятся друг к другу бойцы. Хотят как раз таки прочувствовать ту самую дистанцию, о которой ты говоришь, Махсат. Мне очень нравится работа Аблайхана, удивляет он меня, так как по уровню мастерства, по данным, которые я вижу на карточках, Даррен должен, опять же, прессинговать, давить, идти вперед, но пока мы этого не видим, Аблайхан отлично его сдерживает. Отлично сдерживает, отличная прическа у него, прикольная. Да, и мы не забываем тот факт, что он работает профессиональной моделью в Казахстане. То есть это тот самый парень, который говорил, что я совмещаю и бойцовскую карьеру, и модельную. Как он сам сказал, модельный сезон – это лето, а зимой я готов выступать и драться. Отличный первый раунд. Мне понравилось. Не таким простым оказался, да, вот этот парень, который работает моделью? Однозначно. Держит удар. Да. Сам выцеливает. Держит позицию в центре. Не дает себя бить. Согласен. Ну, давайте же посмотрим повторы этого замечательного раунда. Расслабься, расслабься, расслабься. Ты не дерись, ты пропускаешь сразу ночную. Не дерись. Расслабься. Ол кутуатр, да? Ол сен кутуатр го? Панаглия келді, бах, бах, үлгермейді, үлгермейді саған. Альбом үлгермейді, келді панаглия, бах, 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 еткіз. Правый в разрез. Пам, да. Джебом работаешь, работаешь, он правый в разрез, левый боковой, он ждет, оттяжку хочет сделать и в отцу. Джо-джо, бомать тебе, бомать, бомать тебе, бомать. Я, еще. Чуть-чуть, чуть-чуть. Ты. Чуть-чуть отошел и тогда бр бр бр. Комду кутер, комду, сильнее вообще. Защита, да, вообще комду. Сюда позови. Вася встает. Считанные моменты остались до начала второго раунда, и мне безумно интересно, как используют подсказки своих углов бойцы. Уважаемые зрители, дайте поддержку нашим бойцам! Право уходи, право, эй! Зашаги за ногу, вот так! Да, очень интересное противостояние дебютантов. Он вновь попадает по корпусу, да, по классике будет переводить в голову. И как мы помним, первый раунд у него это не получалось. Да, не доставал он по голове оппонента. Хорошо использует свою длинную руку по метрию Аблайхан. Ой-ой-ой. Уже видим потихоньку, что Аблайхан начинает пробовать забирать инициативу. Конечно, попадания не было, но как минимум шаги вперед он начал делать. Забрал центр ринга, смотрел. Да, согласен. Как будто во втором раунде у Аблайхана больше уверенности, чем у Даррена. Но, опять же, Даррен может как хитрый лис, опытный боксер, заставить своего соперника чуть-чуть расслабиться. Да, не могу не отметить то, что вот в синем... Аблайхан. Аблайхан правильно двигается с левшаком, закручивает его за переднюю ручку. И наносит прямой, при этом уклоняется. Отлично. Чуть-чуть меняется. Перевес в этом бою. Аблайхан потихоньку начинает вытягивать.
дает судьям причины, чтобы сделать его победителем. И хороший размен. Ты прав, Даррен не может нащупать свою дистанцию. Чувствуется мастерство, но опять же. Хотя начал он все верно, то есть, опять же, без какой-либо разведки, как я понял, что это кулаки, здесь нету времени раскрываться, просыпаться, изучать своего оппонента. Здесь надо брать и пробовать. Ой, отлично выцеливает вновь в корпус, но попал. И пошатнуло Аблайхана. Блин, попадает левым. Вот это левый боковой. Вот теперь он донес свой левый боковой. Вот о чем мы сейчас говорили, о том, что чуть-чуть уступил как будто бдительность Аблайхана, но... Сам немножко успокоился. Сразу встал. Освоился в ринге. Согласен. Нащупал дистанцию. О, после команды стоп был удар. Мне кажется, сейчас у него включится инстинкт убийцы. Он почувствовал кровь, да, Даррен почувствовал кровь в самом конце. Но тем не менее, да, стоит отметить дух Аблайхана. Да. Сразу же встал. Давайте же взглянем на повторы. Нож нормально? Воду попьешь? Сложно. Ты расслабься. На меня посмотри, Нормально себя чувствуешь? Глаз не видит. Какой глаз не видит? Правый. Прям не видит вообще или что? Правый, короче. Ау? Удваивает. Удваивает? Да. Будешь боксировать или нет? Да. Один глаз сбоку. Хорош, молодец. Это полотенце лохтру деген бар, а? Полотенце лохтра, да, если что? Не надо. Если что. Нормально. Ты слушай. Эй, ты двигайся, сука. Ты что не двигаешься? Двигаться надо. Ты стоишь, он тебя выцеливает. Он так и делает, выцеливает. Понял, да? Расслабься. На. Двигайся. Аблайхан, двигайся. Я думаю, третий раунд поставит точку в этом противостоянии. Читаешь мои мысли, да. Я уверен, что в третьем раунде мы выявим явного победителя этого противостояния. Ну а пока стоит отдать должное парням. Отличный дебют показывает нам. Готов? Пушка. Готов? Время. Ой! Двигайся, солджер. Сразу ребята начинают работать. И подключает активную работу Нок Аблайхан. Видим, что... Ну, чисто по классике сейчас действует у нас наш боксер с красного угла. Печень-голова. Ты теперь заметил, делает, Дарлы начал закручивать как раз таки Аблайхана под свой удар в печень. Да, просит угол Аблайхана. Следующий был по голове. Ой. Неплохая попытка размена. Я вот просто Аблайхан тоже не сдается. Меня это удивляет. Очень видно, насколько мастеровит его оппонент, но при этом. Как говорят, у нас в боксе огрызается прям так. Да, мы понимаем, что это заключительный третий раунд, надо будет доработать, и кто знает. Опять же, удар у этого парня есть. Да. Ну и с сердцем, я думаю, тоже все в порядке. Согласен с тобой полностью. Опять же, я думал, как-то на конференции будут наши бойцы его задевать, потому что чем он занимается, опять же, да, модельная работа, но вроде никаких претензий к нему не было, и это обосновано, да, опять же, парень показывает максимальный дух и характер, и при этом все шансы победить у него все еще есть. Ну, а Даррен тем временем делает свою работу. Но такое чувство, что Даррен после боя скажет, что он больше не захочет выступать на кулаках. У меня лично такое чувство, что бокс для него комфортнее, да. Мастеровитость видна, но чуть дискомфортнее ему именно в этой атмосфере. Восьмой год, может быть, шингарды, да, ему непривычно максимально. Но послушаем, посмотрим.
чуть-чуть у нас застоялись бойцы. Кружат, и Даррен вновь берет инициативу на себя, идет вперед. 10 секунд дают команду, и я уверен, Даррен сейчас будет взрываться. Главное... Ой-ой-ой, опасный момент. Ой, хорошо, Блайхан! Хорошо! Вот это концовка, а! Даже в самом конце показал характер. Отличное выступление. Я думаю, здесь проигравших нету. Шикарный дебют у обоих спортсменов. Да. По итогам трехраундового поединка единогласным решением судей победу одержал боец из красного угла ринга Даррен, Черная Пантера и Макана. Даррен, ассаламу алейкум. Поздравляю тебя с победой, поздравляю тебя с дебютом. Я слышал то, что ты одерживал такие победы и стал чемпионом ЖТСУ, Кубка ЖТСУ. На этом также я тоже там выполнил мастера спорта, стал чемпионом. Это турнир проводится в моем родном городе Талдыкургане. И мой вопрос такой: как тебе разница между боксом и кулачкой? На мой скромный взгляд со стороны, первый раунд ты чуть-чуть немножко, тебе было неудобно, да, в том, что дистанция немножко другая, перчатки, удар, это все было по-другому. Вот пару слов об этом можешь, пожалуйста, сказать, о своих эмоциях? Во-первых, всем ассаламу алейкум. Спасибо, кто что пришли сюда поддержать нас. Спасибо Лиге Номад. Что хотел бы сказать по дебюту. Я в последний раз боксировал полтора года назад. И после этого, как бы сказать, простой большой. И скажу откровенно, у меня всего был один спарринг. Можно сказать, три тренировки. Не было подготовки. Но теперь, дай Аллах, дальше больше будем. Ринг почувствовали, дальше будет видно. Будем топить и газовать десной. А, смотри, ты у нас выступаешь, весит 77 килограмм, правильно? Как я ранее говорил, этот вес у нас просто кишит разными хищниками, опасными оппонентами. Может, кому-то ты хочешь вызов кинуть? Нет, у меня нет такого понятия, вызов кинуть. И 77 килограмм – это не моя весовая. Я могу сейчас на вес встать, у меня 75 выйдет. Я боксирую 69 килограмм в профи. Так и здесь хотел бы дальше следующие турниры, если дадут возможность, показать себя в 70 килограмм. А вызов, не вызов, кого дадут, мы не выбираем. Аблайхан Имаханов. Даррен Имахан. Сори, Даррен Имахан. Хотел бы еще отдельно поблагодарить команду Lucky Cent и Golden Team, то, что они дают возможность позаниматься у них, дают возможность выступить. И у нас, можно сказать, как у нас теперь, а в этой клубе проходит благотворительность сейчас. У детей, у кого нет возможности, сироты, инвалиды, малоимущие, могут прийти в наш клуб и бесплатно потренироваться. Хотел бы также отдельно поблагодарить брата старшего. Это его зовут Ермек. Абишев Ермек, это мой старший брат. Вот компания Номад Авто, мои спонсора. Үлкен рахмет. Даррен Имаханов. Аплодисменты победителю. Аблайхан, ассаламу алейкум. Пройдем с тобой в середину, центр. Смотри, Аблайхан, как я слышал и видел даже по твоей прическе, ты являешься ярким представителем, получается, моделинга, правильно? Ты работаешь моделью. На самом деле, это очень удивительно, лично мое мнение, со стороны, то, что ты показал такой бой, как говорят у нас в спорте, огрызался, даже попадал. И
Пару слов можешь, пожалуйста, о себе и о кулачке в целом рассказать? Ассаламу алейкум, меня зовут Аблайхан, я из города Шымкент. Что о себе рассказывать? Я на конференции все рассказал. Фотки мои посмотрите, скажи, да? Да, нет, я уже долго занимаюсь кикбоксингом, уже примерно 9-10 лет. Ну, я тоже так же, примерно, в 22-м году последний бой был у меня на любительских. Я на профку первый раз выхожу, еще на щенкалках. Это сложно. А Лига Номад очень хорошая. Спасибо за возможность. Если вы еще дадите мне... Это не мой вес 75. Мой вес примерно 65. Не примерно, а 65. 65? Да. У меня вес было 73. Взвешивание 73 было. Если возможность дадите на 65, я смело выскочу. Любой, с любым. 65? Да. Даже мы разговаривали с Улфбеком. На любить этот чисто спортивный интерес. Улугбек, жду на следующий бой. Спасибо. Спасибо за лавину. Все спонсора. Очень хорошо. Номад, спасибо вам. Спасибо тебе за выступление. Ждем тебя еще. Аблайхан, похлопаем нашему дебютанту. Благотворительный фонд Астаруме. На данный момент фонд ставит большой акцент на образование детей и даже запустил программу развития под названием «Кенджурек Мунбала». В рамках этой программы в июне 2023 года фонд Астаруме совместно с Номад Файтинг подарили дом для Мираса, мальчика-спортсмена, за его спортивные достижения. Для тех, кто желает помочь и стать частью добра, переходите в приложение на Каспи, введите в поисковике фонд Астаруме и отправляйте свои пожертвования. Главный бой сегодняшнего турнира в весовой категории 70 килограмм. И первым приглашается боец сурового севера. Поприветствуйте, Николай Фильчук! Он мастер спорта по рукопашному бою, чемпион международного турнира «Гамма ММА», чемпион России по боксу, чемпион Кубка Республики Казахстан по тайскому боксу. Является дебютантом Лиги Номад. Его девиз – движение – это жизнь. Встречайте, Николай по прозвищу Палу Фильчук! Его соперник – красный угол. Он из города Алматы. Поприветствуйте, Улан Нургали! Он мастер спорта по джек-пи-джек. Кандидат мастера спорта по казах-шакурес. Его рост 180 сантиметров, вес 70 килограмм. Размах рук 184 сантиметра. Рекорд в Лиге Номад – одна победа, одно поражение. Его жизненная кредо каждый день – это новый шанс. Улан по прозвищу Абдул-Кахар Нургали. Формула боя. Три раунда по две минуты. Желаем спортсменам удачи. Рефери в ринге Халил Мамиев. Бойцы на середину. Так, главное противостояние сегодняшнего выпуска. Николай Вильчук из города Костанай против Улана Нургали из города Алматы. Легкая весовая категория. Итак, ну, на конференции мы помним, что ребята были максимально уважительны друг к другу. Николай Вильчук для меня все еще является неоткрытым персонажем, так как
Его регалии вроде бы говорят сами за себя, но хочу посмотреть, насколько он хорош в действии. Улана мы все хорошо знаем. Топовый боец. Наверняка многие помнят его по потасовке на Алматы-арене. И сейчас он готов ворваться вновь в нашу лигу в легкой весовой категории против очень опасного оппонента. Активно начинает Улан. Ну такой, знаешь... Что произошло? Это тяжелейший нокаут. Смотри, я по глазам вижу. Все, все, остановка. Остановка. Вот это да, да, тяжело, Николай. Очень тяжелое попадание. И не был готов к этому размену. Николай. До сих пор потрясен. Ну, поздравляем с великолепным выступлением Улана Нургали. Рефери в ринге Халил Мамиев остановил этот бой в первом раунде на 18-й секунде убедительным нокаутом. Победу одержал боец из красного угла ринга Улан Абдулкахар Нургали. Улан. Улан. Ассалам. Ва алейкум ассалам. Улан, в первую очередь хочу тебя поздравить с этой яркой победой и спросить, как твое здоровье, как твой глаз. Как мы помним, у тебя было очень серьезное повреждение, как и у меня, то есть повреждение роговицы глаза. Скажи, как твое здоровье сейчас? Ассаляму алейкум, казах елі. Көз жақса, Аллаға шүкір, емдедік. Восстановиться еттік. Тренировканы в день два раза пашили. Бәрі Аллахтың қалауымен. Көзіміз бәрі жақсы. Дальше больше будем газовать. Сол, а так сопернику чисто уважение от души. Я думаю, после твоего последнего боя в Намаде, если у кого-то были вопросы, какие-то споры, незакрытые сомнения, я думаю, после этого боя вопросов нет. Я жана мен негізі таңертең Ернар Хусайынов деген інім төбелесті. Содан кейін біз үйге қайтып кеткенбіз. И біреу маған вызов лақтырды дей ма, что-то андай слухтар естіп отырмын. Сол шақырған бала ортаға келсе сөйлесек. Кім жана біреулер айтып отыр, сені бойға шақырды дей ма, сөйлесек, ехала. Ну, если он здесь, он, наверное, придет, если нет, то ладно. В любом случае, Улан, поздравляю тебя. Спасибо. Ждем, когда ты в следующий раз снова будешь радовать нас своими яркими боями. Может быть, какой-то вызов хочешь кому-то кинуть? Сам. А вот. Алихан идет. Что, есть мингам болот? Алихан? Улан болот менка. Жана просто сен вызов лақтырған кезде мен аренада болған жоқпын да. Інім төбелесті и бәріміз үйге айттап тамақтанып дегенде. Что там, көкеңді айтамай жүрген әңгіме бар ма? Или қалай? Қай вес сенка? Рабочий ма? Мен весім жоқ негізі, мен весім 68-69 негізі өзі рабочий ша. Кеттік ехала бір 68-ге сондайға ехала. Кеттік 68-ге. 70-ге ма? Ехала. Осы бой қызық болса, давай 70-ге ехала кеттік. Бір сұрақ, сен қандай ставкаң қандай?
Ну, тенген, ставкан қандай, айт жерсен. Брат, мен ақта рекорд, бүгін дебют болды менде ше. А, сенде дебют па? Оттың ба? А, құтты болсын саңында, красавчик. Все-все, давай-давай, вообще проблема жоқ, ехала любое время. Қазір дайым мен на кол кулаках, чё там? Давай, кел. Ребят, стоп. Идем сюда. Смотри, идем сюда. Улам, идем сюда. Я думаю, давай сейчас мы сделаем с тобой стердаун, а по поводу боя, по поводу весовой категории мы без проблем договоримся. Давай сделаем так, все по красоте. Давай, фейс-ту-фейс. Ехал. Спасибо, увидимся. Хошамет. Николай, идем сюда. В середину. Приветствую тебя в нашей лиге. С дебютом тебя. Асто. Нормально, просто Николай, я слышал, что ты очень титулованный боец, у тебя очень много титулов, но, к сожалению, сегодняшнее твое выступление обернулось не совсем удачно для тебя. Расскажи, что пошло не так? Может быть, что-то было в подготовке, либо по поводу боя самого. Пожалуйста, расскажи лично со своей стороны, как ты это все видел? Ну, да, можно тебе? Да, я. Всех приветствую, Алмата. Я не знаю, что сказать. Оправдывать себя не хочу. Да, я проиграл. По-любому, ну. Я говорил, я себя оправдывать не буду. В случае победы или в случае поражения я не буду хвастаться, я не буду себя оправдывать. Мы деремся, да, дальше. Я ни в коем случае не сломлен. Да, пришлось гонять 14 килограмм. Весогонка давалась, не скажу так, что легко. Не скажу, что было прям... Восстановился, да, нормально восстановился. Вроде не перегорел, ментально был настроен. Ну, сопернику сегодня больше повезло. Он молодец, выиграл. Только уважение ему. Огромный рахмет хочу сказать своему тренеру. Он моему лучшему другу, который всегда со мной. Это непосредственно Даниар Бакиров. Даниар, можно? Вот Даниар. Он все равно на протяжении всей подготовки был со мной. И, не знаю, всегда меня поддерживал. И все было нормально. Второму секундату, Владу Шевцову тоже. Огромный рахмет. Вот. По тайскому боксу, кстати, уточнение, я чемпион области, а не Казахстана. Чтоб так, на заметку. Конечно, расстроился, да, что проиграл. Конечно. Ну, первый раз, думаю, что меня сильно не осудят, конечно. Конечно, это спорт, победы и поражения, все случается. Номад Файтинг, огромный рахмет, то, что дали такую возможность подраться. Да, конечно, не пришлось, не получилось показать все, что я умею, но... Видимо, такая судьба. Возможно, в следующий раз ты себя раскроешь полностью. Поражение или победа – все от Всевышнего. Абсолютно правильно. Спасибо, Николай. Похлопаем, дамы и господа, дебютанту. Проводим его. Global Coffee – успешная казахстанская сеть кофеин. Лидер на рынке Казахстана формата кофеин «Кофе с собой». На данный момент насчитывается свыше 160 точек в Казахстане. Global Coffee – это симбиоз непревзойденного качества и успешной бизнес-стратегии. Инвестируй в успех вместе с Global Coffee. На этом сегодня все. Спасибо нашим зрителям, фанатам и болельщикам, а также бойцам лиги за то, что остаетесь с нами и цените все, что мы делаем для вас. Мы вас обнимаем и движемся дальше. Сау болыңыздар!